Минск находится приблизительно на одинаковом удалении от всех крайних точек Европы. То есть, по сути, он является ее центром. Неважно, где вы находитесь, в Лиссабоне, Осло, Милане, Париже. В Минск вы можете долететь приблизительно за 3 часа. К нам удобно добираться даже из Урала. Лично мне нравится Минск. Знаете чем? Здесь практически нет пробок. Трансфер с любой точки Минска приблизительно за 30 минут. С юга на север, с запада на восток. А все почему? Из-за удобной организации транспортного движения. С комфортом, без суеты вы можете добраться в любую точку Минска. Это проверено на собственном опыте. Минск – это удобное место для бизнеса. Что важно для делового человека? Это деньги, время и комфорт. Здесь вы можете с легкостью под ключ организовать мероприятие хоть на 100, хоть на 1000 человек. Причем вы не заплатите баснословных денег, и ваше мероприятие пройдет в самом красивом месте. Кстати, Минск – это красивейший город с точки зрения архитектуры. Здесь органично сочетается старая архитектура и новая. Гостиниц в Минске много. Во всяком случае, я не слышала, чтобы были проблемы с расселением иностранных гостей в столице. Какие самые известные? Европа, Беларусь, Пекин, Ренессанс, Виктория Олимп. И в 2014 году в нашей столице проходил чемпионат мира по хоккею. Так вот, к этому времени в столице построено более 20 новых отелей. Можно выбрать люксовый номер с бассейном, с рестораном, можно выбрать что-то попроще. Все зависит от ваших предпочтений на вкус и цвет, как говорится. Конечно же, Минск – деловой город. Хотя такое можно сказать о любой столице, но когда приезжаешь к нам в гости, сразу понятно, чем наш мегаполис выгодно отличается от других городов. Дело в том, что у нас не проблема организовать мероприятия любого уровня. Переговоры, бизнес-встречи, семинары, презентации. И собрать 12 тысяч человек и более – это не предел. Минск – не только город для работы, но и для души. Есть куда сходить, есть что посмотреть. Выставки, театры, галереи, кино. Особой популярностью пользуется Большой театр «Беларусь». В наш город часто приезжают популярные артисты. У нас побывали практически все мировые звезды. Ночная жизнь в Минске весьма разнообразна. Те, кто у нас первый раз, даже теряются, куда пойти. Вариантов масса. Это у коренных жителей города и частых гостей столицы есть свои любимые места. А те, кто у нас первый раз, стоят перед сложным выбором. Казино, рестораны, игровые клубы, боулинги. У каждого заведения есть свой колорит, своя фишка. Кому-то захочется в элитное казино с роскошным интерьером, а кому-то захочется в бар или клуб с интересным шоу. Спорт в столице – это отдельная тема. У нас государство поощряет спорт, здоровый образ жизни. Отсюда у нас очень много спортивных сооружений. Причем некоторые из них такого уровня, что встретить здесь звезд – это обыденное дело. Хотите покататься на льду, где в свое время прошел чемпионат мира по хоккею? Пожалуйста, комплекс «Минск-арена», «Чижовка-арена» открыты для всех желающих. Хотите поиграть в футбол, в теннис, покататься на лыжах? Нет проблем, есть все, чего душа пожелает. А недавно еще построили большой аквапарк «Лебяжий». Между прочим, он 5-й по величине в Европе. И именно здесь находится самый большой тренажерный зал премиум-класса в стране. О белорусах существует устойчивый стереотип. Добрые, спокойные, мирные люди. И это правда. Они всегда готовы идти навстречу. Они готовы к диалогу. Это отзывчивые люди. Это факт.